каким чистым становится воздух после грозы. Его аромат навевает нам воспоминания об отдыхе, где-то далеко от городской суеты, загазованности, например, в деревне или на море, где вечером после грозы дышится так легко. И эти ощущения не спутать ни с чем. Хочется дышать полной грудью, чувствовать себя молодым и бодрым. Что происходит в воздухе? Почему он чудесным образом изменяет свои свойства? Когда электрические разряды молнии прошивают атмосферу, образуется озон – газ голубого цвета с характерным запахом. Являясь сильным окислителем, озон разлагает многие токсичные примеси атмосферы до простых безопасных соединений, тем самым обеззараживая, очищая воздух. Вот почему после грозы мы ощущаем приятную свежесть, нам легко дышится и лучше видится все окружающее, особенно синева неба. Озон быстро разрушит большинство летучих органических веществ, загрязняющих воздух. Вредные соединения, реагируя с озоном, распадутся на простые и безвредные – углекислый газ, воду и кислород. Озон эффективно уничтожит все болезнетворные бактерии и грибки, находящиеся в комнате, окажет быстрое и радикальное воздействие на многие вирусы. Произойдет очистка воздуха от неприятных запахов и взвешенных частиц. Озон не воздействует на человека и домашних животных, так как клетки многоклеточного организма имеют свою антиоксидантную систему защиты. Но все же не рекомендуется вдыхать высокие концентрации озона, поэтому во время озонирования помещения лучше из него выйти. После отключения прибора озон в течение примерно получаса превратится в обычный кислород. Вы можете использовать озонатор для дезинфекции помещений во время эпидемии вирусных инфекций. Озонирование помещений позволит вам существенно снизить риск возникновения бактериальных и вирусных респираторных инфекций у вас, ваших детей, родственников и знакомых.